Привет, друзья! Согласитесь, приятно дарить открытки, особенно маме, ведь это самый близкий и родной человек. Поэтому я подготовила для вас 3 идеи супероткрыток для мам. Приступим! Первая открытка у нас будет с букетиком из бумажных цветочков. Для этого нам понадобится сам букетик. Это такие красивые розочки с бутонами. Из обычной крафт-бумаги я обрезаю 3 квадрата. На них делаю надрезы и оборачиваю цветы, как бы делаю красивую упаковку. И чувствую себя немножко мини-флористом. Я взяла основу для открытки из крафт-бумаги, приклеиваю на нее бумагу с нежным розовым принтом. Беру нежную ленточку, обвязываю цветочки и делаю красивый бантик. А надпись я нашла в контурных наклейках, хотя можно и распечатать на принтере любую надпись, какую вы захотите. Букет цветов я приклеила по центру, мне кажется, здесь он будет смотреться очень хорошо. У меня остался кусочек бумаги, я его приклею в внутреннюю часть открытки, на котором можно будет написать какое-то пожелание. У нас получилась открытка со вкусом, красота готова! Второй дизайн будет посложнее, но тем интереснее, правда? Белая основа для открытки. Здесь идет 2 подложки, коричневая и сиреневая с рисунком. На плотном сиреневом картоне я рисую коробочку для конфет. У меня она будет 5 на 5 сантиметров. С 3 сторон я делаю сгибы по 1 сантиметру. И с одной верхней стороны у нас будет только один сгиб, который мы все равно обрежем. Бегу я для того, чтобы легко было ее собрать после того, как вырежу. И уже все это надо будет нам склеить. У меня осталась пленка от упаковки от косметики. Такие штуки я никогда не выбрасываю. Ее нужно будет пробеговать с верхней стороны 2 раза, загнуть и обрезать по длине коробочки. Приклеиваю я ее на двусторонний скотч. Очень удобно и просто. Нарисуем и вырежем милого зайку. Из остатка картона по цвету подложки, которая у нас была коричневая, я нарисовала ушки, ножки, лапки и верх головы. Из меха я вырезала все то же самое, но чуть-чуть поменьше, примерно на 3 мм с каждой стороны. Клеила все на клей ПВА, заполняем конфетами, и наша самая оригинальная и сладкая открытка готова. На розовом картоне я рисую руки. Получилось у меня, конечно, не с первого раза, но потом получилось. Вырезаем и стираем линии от карандаша. Делаем вторую руку, такую же, но на противоположную сторону. Пробегуем края рук для того, чтобы их потом склеить. И склеиваю я их по бокам на белую бумажку, а потом эту саму бумажку уже клею на розовый картон. Надеюсь, вы поняли. Чтобы ваши руки не открывались без дела, я их фиксирую на магнитике, на клеевой основе. Очень удобно и просто. Осталось украсить ее красивыми картинками. Надпись я сделала самую такую главную, самую важную. Это надпись «Мамочка, я тебя люблю». Я написала ее гелевой черной ручкой и думаю, что маме такая открытка очень-очень понравится. А какая открытка понравилась вам больше? Какую открыточку вы повторите или возьмете на заметку? Напишите, пожалуйста, мне об этом, мне это очень важно знать. И на этом все. Я старалась, поэтому жду от вас лайки, подписывайтесь, если еще не подписались. Ведь впереди у нас очень много интересного. С наступающими праздниками. Я всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.